Приветствую вас и отвечая на ваше дополнение, хочется вам сказать так. Во-первых, по датам ваших дополнений непонятно, смотрели ли вы мой видеоответ или нет, так как вы не пишете человека, к которому обращаетесь, а просто дописываете как бы свои мысли. Но из того, что я прочитал, можно сделать вывод, что вам действительно обидно, что вы воспринимаете как личное оскорбление поведение мужчины, то, что он, по сути, поставил вас перед фактом. И вот тот вопрос, который мне хотелось бы задать вам, заключается вот в чем. Вы считаете контракт унизительным теперь, когда вы узнали, что финансово вы будете чужими людьми, что у вас все будет разделено, что все, что вы купили, будет разделено, значит, исходя из того, кто это купил и так далее. То есть вы не знали о том, что влечет за собой брачный контракт, и теперь узнав, считаете унизительным, или вы считаете лишь только унизительным поведение вашего мужчины, что он поставил вас перед фактом. Потому что если первое, если вы не знали об этом, то это, ну, как бы конец. То есть, по сути, для вас это неприемлемо, вы не считаете, что семья может существовать в таких условиях, это ваше право, это, безусловно, ваших убеждений, и мужчина либо принимает его, либо нет. В данном случае он его, судя по всему, не принимает, вы не принимаете его, и, соответственно, кроме того, как расстаться, развестись, у вас другого выбора-то и нет. Но если вас беспокоит именно то, что мужчина поставил вас перед фактом, и вы его любите, то тут-то вам и нужно бы понять, что им движет страх. И здесь справедливо все то, что я как раз таки говорил в своем предыдущем видеоответе. Что если любите, будете скучать, будете страдать по нему. А значит, ну, необходимо осознавать, что развестись вы успеете всегда. Потому что это ваше право. Но постараться мужчину понять, объяснить ему, что, в общем-то, вы не тот человек, которым он вас видит, что вы другой, что вы относитесь к нему искренне, что вы как бы не хотите ничего того, что не принадлежит вам. Вот если вы его любите, если понимаете причину его страха, да, то, наверное, логично, что вы постараетесь убедить его в том, что он ошибается. И если ему будет так спокойнее, то контракт вы подпишете. Потому что ваш любимый человек так будет счастливее, если так будет счастливее, а вы сделаете его, для него то, чего он хочет. Но только при условии, если он искренне к вам относится во всем остальном. Если нет, то и делать тогда не нужно. Вот это проявление того, что вы его любите. И это действительно понимание мотивов человека. Он делает так, потому что боится повторения ситуации со своей первой женой, которую он не мог выселить из квартиры. И если он действительно боится, то ему правда нужно это подтверждение, чтобы быть спокойным. И вы дадите ему это подтверждение, чтобы он был спокоен. А если вы поймете, что страха-то уже нет, а есть просто желание защитить себя от вас, лично от вас, лично от вашего брака, без оглядки на предыдущие отношения. Вот в этом случае с ним нужно разводиться. И здесь я рекомендовал бы вам диалог с ним, разговоры,
четкое очерчивание вашей позиции, то есть, по сути, становление мужчины перед фактом относительно того, что вот есть вы, есть он, есть его поведение, есть ваша реакция. Соответственно, если он не хочет вас потерять, он должен стремиться бороться со страхом, должен учиться вам доверять. И вы увидите в его словах, в его эмоциях подтверждение тому, что он боится повторения ситуации, боится, что вы будете что-то от него требовать. А если он согласится на развод, это будет означать, что он себя защищает. Действительно, как вы говорите. И тогда я вам еще объявлю, обвинения будут в ваш адрес. Что вот вы его бросили, что вы его обманули и все такое прочее. Мужчину нужно проверить. Проверить его отношение к вам, проверить его мотив, прежде чем совершать какое-то действие и принимать какое-то решение. Чтобы это решение было принято вами на основании реальных фактов, реальных обстоятельств, а не все-таки ваших личных эмоций, мыслей и чувств. Потому что эмоции пройдут, разум нарисует вам объективную картину мира, и вы можете пожалеть о том, что сделали. А время уже не вернуть, возможность уже упущена. Вот чтобы этого не было, вам и не нужно спешить с решением. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.